Стоп! Прекратите болтовню! А, благодарю. Все, остановим на мгновение и сыграем в то, от чего в ритме получаем истинное наслаждение. Бинго! Я намекну стихотворениями. Игра, которую так любите и ждете ну вы! Ну так бинго! Блядь, заткнись, прошу, но не мешай, не говори мне! Я думаю, все уже догадались. Бинго! Столы! Мной обожаемый, неконтролируемый шар. Спасибо, мушери. Арвуар. Арвуар, харе, иди, я говорю. Ох, более или менее ли понял, наконец-то. Ну, приступим, ведь от нетерпения я уже горю. Итак, все, что здесь происходит, это же невероятно 32. М32. Больно и холодно в отопление сезон. Б, снова эта цифра 2. Я врать не собираюсь, ведь получится едва. Бокал пустой наполовину. Б, как неожиданно, 12. Я вижу слезы на танцполе. Что это? М30. Мы не успеваем. А кто не успевает, тот проиграл. Не надо ругаться. Не гони, гони, не гонись за ним. У него ж взгляд туман, в легких дым, да черт с ним. Небо, небо, ясь, небу ясному улыбаясь, упала в грязь напрасно. Бой, бой, только не реви, он не стоит слез твоих, ведь он забрал себе все, что ты делила на двоих. А можно в бинго поиграть, а не распевать, простите, песни? Ты можешь наконец-то помолчать? Могу я после 30 хотя бы делать то, что нравится и интересно? Ох уж эти мюзиклы, прям бесишь! Так вот. Независимый Энсор остался должен мурашкам на коже. По 63 нету силы ты ночью, а он уходит молча. Пой, пой, только не реви, он не стоит слез твоих. Он забрал себе все, что ты делила на двоих. М43! Проданы билеты, на спектакль нет мест. Снегом замело любимый теплый подъезд. Кто-то хочет помочь, кто-то высказать мнение. Я прошу прощения. Г50. Более или менее. По 14 больно, но холодно в сезон отопления. Это преступление. Не кричи, постой, пей посуду. Пока наполовину пустая. Чудеса! Бинго! 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 Да! 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 Бинго! Да! 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 Ой, наломала всю историю. Ладно. Давай знакомиться. Представьтесь для аудитории. А всем привет, мне 25, я Инга. Ой, сори, я никогда не думала, что смогу вот так вот взять и победить. Ну как так может быть? Я обожаю данную игру. Держите меня семеро, только не бывший, ведь от восторга сейчас... Да, видно, что у сценариста с рифмами в порядке все. Инга выиграла в бинго. Да ладно, так и быть. Давайте далее посмотрим, что нас ждет наивных.